Вы знаете, что я всегда встречаюсь с губернаторами. Сегодня у меня не один губернатор будет, которые приехали к нам на форум и так далее. Поэтому мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что очень часто об этом говорю практически каждому губернатору, что в свое время губернаторы спасли Союз Беларуси и России. Еще во времена позднего Бориса Николаевича Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, пойдя на прямое отношение с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. Поэтому вот и в знак благодарности за это я всегда нахожу время для того, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях.